Да, «Матрица». Когда вышла «Матрица» в 99-м году. Кстати, это 22 года назад, а не 20 лет. О, это был просто разрыв мозга, как говорится. А сейчас это разрыв жопы. Потому что фейспалм от такого бреда, это, конечно, что я в кинотеатр не пошел. И не советую никому идти. Первая, вторая, третья тоже мне понравилась. Первая это культовая. Ну, уже, мне кажется, никто не сравнится с ней. Это просто революция жанра сделали. А здесь, ну да, мы избалованы, но сделали четвертую часть, не знаю, на коленке, из говно и палок, как говорится. И на отъебись. Я работаю, как и все, на отъебись. Вот и психотерапию режиссерка сделала себе, потому что у нее там умерли родственники, во, и для этого ей понадобилась платформа фильма «Матрица», блин. И сделано так, и ты подумал, что это как будто это сделано любителями, фанмейт. Или формат телевидения. Не знаю, куда эти деньги ушли, 190 миллионов. Графика хуевая. Замес очень медленный, неинтересный. Бои вообще какие-то никакие. Монтаж вообще говняный. Короче, не смотрите. Короче, новый это хорошо забытый старый, но старый, если даже нравился, это просто, блин, фингер тебе, блин, показано. Вот. Это просто ешь. Так плохо. У меня шел без каких-то там ожиданий. Я, кстати, посмотрел все оригинальные версии за полгода, посмотрел на «Матрице», и, о, да, лучше бы я не смотрел. Майс! Но там даже в самом фильме говорится, Warner Brothers сказали, что делать «Матрицу» с нами или без нас. Вот поэтому и сделали это. Никто не спрашивал эту часть. И надеюсь, никто и не скажет спасибо за нее, потому что пускай он провалится в прокате и забудут, как страшный сон. Смита не вернули. Фишборна тоже не вернули. Хотя он был в Джон Уике. Киану Ривз и Фишборн был в Джон Уике второй и в третьей части. И я думал, блин, интересно, когда они снимали, они вспоминали, как они снимались в «Матрице». А тут даже не вернули. Эх. Короче, не смотрите.